Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем готовить с вами вот такие вот классные и вкусные пирожки. Они получаются очень пышными, очень воздушными, а главное, очень-очень вкусными. Сейчас я хочу вам показать, разломать один пирожочек. Вот такой он получился, с укропчиком. Такой вкусный. Ням-нямка. И с яйцом. Он должен быть где-то внизу. С луком и с яйцом. Очень вкусно и очень-очень сытно. Если вам это интересно, то продолжаем смотреть. Для теста нам понадобится мука, дрожжи, теплая водичка, соль и сахар. В миску отправляем теплую воду. Щепотку сахара. Соль. 2,5 стакана муки. 1-2 чайные ложки дрожжей. Все тщательно замешиваем. Отправляем еще 1 стакан муки. Пробуем тесто на соль, на сахар. Немножко еще сахара и соли. Отправляем теперь муку по необходимости, чтобы замесить хорошее тесто. Тесто почти вымесили. Теперь отправляем 2 столовые ложки растительного масла. Вот такое тесто у меня получилось. Слегка липнет к рукам. С подсолнечным маслом я еще вымешивала 5 минут. Теперь накрываем пленочкой и оставляем до поднятия. Тем временем готовим начинку. Начинка у меня будет картофельная. Картофель отвариваем в подсоленной воде. Здесь 5-6 штучек. Для следующей начинки я буду отваривать 3 яйца вкрутую. Тем временем нарезаем укропчик и нарезаем зеленый лучок. Аромат божественный. Картофель отправляем кусочек сливочного масла и помнем толкушкой. При необходимости посолим и отправляем сюда свеженарезанный укроп. И первая начинка готова. Это вторая наша с вами начинка. Яйцо отваренное вкрутую, нарезанное кубиком, и зеленый лук с укропом. Посолим и поперчим. Вот такая вот начинка. Пока формировали начинку, тесто наше с вами вот так вот хорошо поднялось. Формируем пирожки. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Огонь чуть больше среднего. Обжариваются они очень быстро, тесто тоненькое, поэтому приготовиться не переживайте. И таким же образом делаем пирожочки из картофеля. Тесто очень хорошее, с ним приятно работать. Немножко подсыпаем мукой, это совершенно несложно. Немножко картофельной начинки и закрываем наш пирожок.
И вот такая вкуснятина у меня на столе. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотры. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, если вы еще не подписались. И до новых встреч. Пока-пока.